Зима. Пора года долгожданная, любимая детьми и взрослыми. Новогодние и рождественские праздники позади, но это не повод переставать дарить радость детям. Столичные спасатели организовали праздник безопасности для воспитанников детского дома номер 5, где гости рассказали детям о важности соблюдения правил пожарной безопасности при помощи игр и викторин. Предложили испытать себя в роли настоящих спасателей, примерив боевую одежду пожарного. Разыграли памятные призы и подарки. А незабываемые впечатления и эмоции подарили в этот день ребятам герои мультсериала «Спецотряд 112», которые презентовали новый спецтранспорт МЧС для самых юных спасателей, присутствующих на празднике безопасности. Самые активные участники смогли прокатиться на электромобилях и даже спасти медвежонка, попавшего в беду. Отработать алгоритм вызова службы спасения и определить на ощупь, что находится в секретной коробке. Только добрые дела и поступки взрослых наполнят детские сердца теплом, любовью и верой в чудо, которое непременно исполнится.